Через два дня заканчивается прием заявок на соискание премии Нижнего Новгорода. В этом году размер премии увеличен в 4 раза до 100 тысяч рублей. Всего будет 8 различных номинаций. Мы пообщались с некоторыми соискателями. Я и моя команда приняли решение номинироваться на премию «Нижний Новгород», потому что считаем, что данная программа, программа в адаптивной физкультуре, программа по адаптивному скалолазанию максимально полезна для детей, для особят. Вот. И очень бы хотелось, чтобы максимальное количество людей, максимальное количество организаций там, наверху, услышали и увидели нашу активность. Аделейда накопила большой опыт лечения больных с тяжелыми повреждениями кисти. Мы восстанавливаем пальцы, утраченные анатомические структуры, образование и добиваемся приемлемых результатов. Наши работу получили признание у нас в стране и есть зарубежные публикации. И вот свою работу, которую мы выполняли в клинике много лет, мы решили представить на суд научной общественности. Мы решили с командой фестиваля, что почему бы и не номинироваться, тем более, что средства премии, они однозначно пойдут в дело. То есть и результат будут видеть все, и власти, и жители от того, что мы вкладываем, и город становится лучше. Задача, поставленная мэром города Владимиром Александровичем Пановым, расширить количество участников, сделать так, чтобы информация о премии и возможность подать проект на премию имели как можно большее количество авторов и коллективов. Вот сейчас уже половина из тех заявок, которые мы получили, это авторы, которые ни разу не подавали на премию города.